общем, мимо ехали, приехали и решили зайти в интересное место. Все здесь перевернуто. Перевернуто с ног на голову. Билет сюда стоит 300 бат на человека. Ну, в общем, вот мы зашли. И пойдем погуляем, походим. Самое интересное, я сниму, пока сейчас тут на улице. Я так понимаю, здесь можно покрутиться еще сейчас. Вот карпики. Каждый может стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Я согласен прямо завтра превратиться в космонавта. Ты не видел жизнь на Марсе, поскорей давай одевайся, набери с собой побольше снеги. Полетели со мной на ракете в небе ярко-голубом. Мы полетим с тобой вдвоем. Ты не бойся, мы не упадем, мы не разобьемся. Мало-мало места на Земле, много среди звезд и на Луне. Вот почему уже прямо завтра я хочу стать космонавтом. Как ваши ощущения? Мои ощущения? Я могу это через цензуру. Не, вообще вещь классная. Космонавты, оказывается, космонавта готовят здесь. Хорошо, что вы поели недавно, но плохо то, что я попил недавно. Пойдем дальше. Зашли в перевернутый дом. Сверху так встречаюсь сразу в гараж с машинёшкой. Тут главное, как чтобы на голову не упало. Здесь у нас потолки, полы, все смешало. Что-то меня тошнит до сих пор после этого колеса. О! А это фото можно сделать, вот перевернутое. Ну прикольно так. Вся мебель кверх ногами. Это я как будто по потолку иду. Что тут как-то то ли меня еще колбасит после этого аттракциона, то ли оно тут это, дом ходуном ходит. И почему-то. А? Или это восприятие человеческое, что голова здесь кружится просто капец. Вообще получается, я как бы стою на потолке. Но меня почему-то тошнит, как будто я. Вот машина нормально ездит. Разворачиваешься. А здесь вон и начало. На второй этаж. Ой, что-то меня колбасит до сих пор это. Реально. Человеческий мозг, да? Мозг, вот что криво, и кажется, что тебя качает, как на море, на корабле. Вот, серьезно говорю, меня сейчас колбасит. Туда-сюда швыряет. Это здесь кухонка. Вот реально вот скатываешься на бок. Здесь пол под наклоном. И говорю, как будто ты падаешь, и голова кружится почему-то. Хотя я вот стою, а меня все куда-то катит. О, тапочки нашел. Че, качает? Когда а, вот, кстати, тяжело спать, когда одеяло спадает. Вот здесь оно не спадывает. О, что-то тяжко как-то воспринимать. Пылесос только забыл. А здесь ПАО кондиционер, кстати, который даже работает. Ну, он тоже висит. Причем самое интересное, висит он нормально. Просто буковки Samsung перевернули. Ну, не совсем удачно, но все равно. Ой, прикольно. Телевизор даже кирс ногами, что-то можно посмотреть. О, бочучечка с водой. Там маленький замок, но это не замок, это на самом деле туалет. Вот, почитать можно. Тоже кирс ногами все. Это я так встал. Ну так забавно здесь, забавно. Забавно. О, какая-то дымка. В общем, интересное место.
Не знаю почему, но, допустим, вот после этой беды меня и так тошнило. А многие там китайцы были, даже вот молодой парень, китаёнок, китаезёнок. Зашел туда и вышел, выпал, аж чуть ли не вытошнило его. Видать, восприятие мозг никак не это не может принять тот факт, что все вверх ногами. Ну и здесь. Кататься. Сложили. И здесь походу проход, возврат. Кстати, так забавно. Если с детьми сюда прийти, можно вообще и фоток классных наделать. И по лабиринту с ними поиграть, побегать. В общем, моя резолюция. Так, сколько там? 300 бат, да? 300 бат с человека. Вполне комфортно, вполне прикольно. Лучше, чем аквамир, в который мы ходили по 500 бат с человека и оценили это максимум в
200 бат по нашим расценкам. О, карпики плавают. А, беззаботная жизнь. Плавать не хочу, ковырять я не хочу. Вот это там китайцы вышли, стонут. До сих пор их колбасит. Говорю, интересное ощущение, там выходишь и тебя тошнит. В общем, такое классное место, рекомендую.